Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал. Ставите лайки, подписывайтесь. Итак, друзья мои, если у вас не работает YouTube-канал, вам необходимо установить приложение. Вообще, как бы я его не имею права рекламировать, чтобы меня не заблокировали. Узнайте у знакомых, потому что он у меня работает через определенные манипуляции, которые я делаю, друзья мои. Итак, если вам понадобится индивидуальная консультация, под данным видео будет номер телефона. Пишите на Viber, на WhatsApp, Telegram-канал. Что у меня еще есть? Канал Дзен также у меня есть. У меня есть контакт. Сохраняйте мой номер телефона, подписывайтесь. Потому что есть тоже опять-таки информация, что возможно также блокировка WhatsApp. Кто его знает? В наше время я уже ничему не удивляюсь. Итак, сегодня будет расклад, прогноз на 6 месяцев на 2 варианта, друзья мои. Делаю специально для вас, для своей аудитории, вот такой таро-прогноз. Если кого-то заинтересуют курсы таро, пишите также, получите подробную информацию. Все расскажу. Итак, что мы будем смотреть? Смотрите, вы сейчас должны будете сосредоточиться. Здесь будет 2 варианта и 4 позиции. Смотрите. Первое. Ваша самая главная сфера на ближайших полгода. Дальше. Второе. Что предстоит реализовать в этой сфере? Какие шансы у вас справиться с этой задачей? Да? И результат, итоговая карта. Это у нас первый вариант. Второй вариант. Также. Ваша самая главная сфера на ближайших полгода. Что предстоит реализовать в этой сфере? Да? Дальше. Какие шансы у вас есть справиться с этой задачей? И результат. Всего лишь 4 позиции и 2 варианта. Итак, смотрим. Давайте смотрим. Первая карта у нас. Задача касается вашей семьи. Ваша главная сейчас сфера на ближайшее время – это семья, забота о семье. Проявлять заботу, опекать все, что связано с благополучием семейным и семейным счастьем. Это дети, муж. Если кто-то не замужем, поверьте мне, ваша самая главная сейчас задача – сконцентрироваться на том, чтобы найти человека для души и для тела. Так, дальше. Вторая позиция. Что предстоит реализовать в этой сфере? Контакты. Тройка Пентаклей всегда говорит о том, что вам необходимы контакты и сотрудничество. Вот ваша самая главная задача. Это может быть и в работе какой-то другой, иной подход, рост на другой какой-то уровень. Так как дело касается семьи, здесь опять-таки проявляется забота, решаются какие-то материальные вопросы, касающиеся перехода на новый уровень, какой-то на более качественный уровень для вашей семьи. Договоренность, совместные какие-то обсуждения, возможно, обсуждение чего-то очень важного, что должно произойти в вашей семье. Какие шансы у вас справиться с этой задачей? Посмотрите, старший аркан колесница. Шансы есть, понимаете, 50 на 50. Здесь все зависит от того, насколько вы будете настойчивы. Но фортуна, я вижу, к вам повернется. Итак, результат. Результат будет отличный, потому что здесь королева жезлов. Королева жезлов всегда указывает на исполнение вашего желания. Итоговая карта. Если расклад смотрит женщина, вам нужно проявить себя. Вам нужно настолько себя проявить ярко, показать свою деловитость, работоспособность. Нужно, знаете, как сказать, просиять.
Итоговая карта говорит о том, что вам нужно продемонстрировать уверенность в себе и говорить каждый день: у меня все получится. И в течение полугода у вас будет все, что вы задумали. Отличная, отличная, вообще отличный расклад. Мне он очень понравился, на первый вариант. Давайте посмотрим на второй вариант. Итак, друзья мои, второй вариант. Задача. Здесь речь идет об учебе, о получении какой-то информации, о получении каких-то новостей. Вам необходимо, возможно, учиться. Также это может быть что-то связано с детьми, с внуками. Вот эта карта как раз-таки карта ученика все-таки. Возможно, для некоторых это пойти на курсы, чем-то заняться, может быть, переучиться, получить нужную информацию. Так, что предстоит реализовать, самое главное? Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Не надо ничего бояться. Глаза боятся, руки делают. Вам самое главное, нужно взять этот груз ответственности на себя. Возможно, справиться с этой ситуацией, как бы она тяжела вам ни казалась. Какая-то новость или какое-то обучение. Идите вперед, идите в гору. Все. Вот вам предстоит, конечно же, здесь большая нагрузка, но вам нужно с этим справиться. Какие шансы есть? Шансы есть, но они невелики. Здесь вам предстоит борьба. То есть, понимаете, даже, может быть, с самим собой, со своей ленью. Это раз. А во-вторых, какой-то будет подвох. Возможно, вас кто-то поддерживать не будет в ваших новых начинаниях. Здесь может быть, какой-то, вот знаете... Даже какая-то конфликтная ситуация. Может быть, это также будет что-то связано с детьми. Какой-то может быть произойти неожиданный разлад. Из-за чего? Но что-то, возможно, что-то ребенок захочет. Да? Если речь идет все-таки о вас, о вашем образовании, о переменах, то кто-то рядом, возле вашего окружения, может вам палки в колеса вставлять. И итоговая карта у нас. Вы знаете, что для вас очень важно? Вот все объективно взвесить. Во-первых, вам нужно, опять-таки, речь идет о документах. Вам нужно привести в порядок какие-то документы, какие-то важные бумаги. Вам нужно рассмотреть какой-то законодательный проект. Вы должны взять на себя ответственность. Вот речь вообще идет о каких-то даже государственных структурах. Все-таки вам необходимо учиться. И вам предстоит многому чему научиться. И, кстати, возможно даже изучить какие-то правовые моменты, связанные с юридическими делами. Потому что здесь эта карта на это может указывать. Я хочу сказать, что у вас все получится. Вы самое главное все взвесьте. Известьте свои силы, и у вас все получится. Понимаете? То есть вот сейчас у вас идет как проверка, экзамен. Насколько вы действительно сильный человек, насколько вы собранный человек, насколько вы ответственны за свою судьбу. Все в ваших руках. Все получится. Несмотря на препятствия, которые вам предстоит пережить. Я вам всем желаю всех благ. Напишите, пожалуйста, свои комментарии. И самое главное, мирного неба над головой, здоровья, всех благ, берегите себя, берегите своих детей.